Засорился унитаз. Вода не уходит. Что с этим можно будет сделать? Рекомендуют взять 1,5-литровую бутылку, отрезать у нее донышко. Теперь получившийся инструмент можно использовать как вантус. На руку при этом лучше надеть несколько пакетов. Как-то вот так это делается. Теперь все в порядке, вода стала уходить. До этого изобретения использовал канализационный трос, но он помочь не смог. Новый инструмент можно подвесить на хранение в техническом шкафу с помощью веревки и гвоздика, чтобы он всегда был в случае необходимости под рукой.